подкастом. Я снова Вероника, и сегодня мы с вами будем готовить сырный салат с куриной печенью. Для этого нам понадобится репчатый лук, морковь, куриная печень, я ее предварительно помыла и почистила, вареная картошка, яйцо, масло подсолнечное и майонез, из которого я буду делать сеточку. Начнем мы с того, что нальем масло в сковородку, а пока она раскаляется, мы нарежем нашу печень и положим ее туда. Масло на вторую сковородку. Пока оно раскаляется, мы порежем лук и потрем морковку на крупной терке. Добавляем лук с морковкой в сковородку, и поскольку мы их пассируем, желательно не допустить их подрумянивания. Подгорание нужно мешать овощи как можно чаще. Видите, что у нашей печени появилась румяная корочка. Можно выключать плитку и перекладывать нашу печень в тарелку, чтобы она остыла. Это значит, что они готовы. Их можно тоже переложить в тарелку, чтобы они остыли. Наши продукты остывают. Мы выложим картофель и яйца в салатницу, предварительно натрем их на крупной терке. Первым слоем мы выложим картошку. И между последующими слоями мы будем делать небольшую майонезную сетку. Вторым слоем выкладываем яйцо. Следующим слоем мы выложим печень, а после майонезной сетки выложим наши пассированные овощи. Простой и очень сытный слоеный салат у нас с вами сегодня получился. Пробуйте готовить его сами. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!